Здесь главное, чтобы держался крепко. Да, и держался, и куда закрепить, надо знать. А прикрепим. Спасибо Никитину Анатолию за такой флаг, сохраненный и подаренный для города, и с Днем Победы! Закурили? Давай фотоаппарат. Давай, Андрюх, я красота. За тобой. Красота! Ты будешь, значит, за всех своих славянских этим самым сержантом Егоровым, а я буду за всех своих кавказских сержантом Гандария. Ура! С Днем Победы! С Днем Победы! Ну что, давай устанавливать? О, городок, а? Ты смотри. А вам смотри, репортеры снизу. Наши люди, все верно. Так и сделаем. 8 мая. Завтра. Да, как на Рейхстаге? Как на Рейхстаге. Вот флаг Победы, который Толик Никитин нам подарил. Александр Киряков и Андрей Довгун установили над Судаком в преддверии 9 мая, 8 мая 2011 года. С Днем Победы! Ура! Ура! Ну как партизаны, да, во время войны, на майские праздники флаг поставили? Нормально, нормально. Задание выполнили.